Всем привет! С вами канал Коллекционеры, монеты и банкноты. Сегодня свой обзор я посвящаю советской монете 20 копеек 1944 года. Монета серого цвета, изготовлена из сплава меди и никеля. Лицевая и оборотная часть монеты имеет выступающий кант по окружности. Гурт ребристый состоит из множества насечек. Параметры монеты. Диаметр 21,8 мм. Масса. 3,6 грамма. Толщина. 1,4 мм. Сплав. Медно-никелевый. Гурт. Рубчатый. Насечки выполнены вертикально. Монетный двор отсутствует. Тираж монеты. Более 70 миллионов штук. Аверс монеты. Крупно изображен герб СССР образца 1936 года с 11 перевязями ленты на колосе их пшеницы, по числу союзных республик. Нижняя лента связывает пучки колосьев вместе олицетворяет РСФСР. Остальные распределены по 5 штук с каждой стороны. Герб упрощен и не имеет текста на ленте. Под гербом вдоль канта имеется надпись «СССР». Крайние буквы расположены выше средних. Реверс монеты. В центре изображен щит в виде квадрата со скошенными углами. Внутри щита указан номинал в две строки. 20 коп. Цифры значительно крупнее букв. Снаружи под щитом горизонтально указан год чеканки. 1944. Нижняя часть букв повторяет изгиб канта. Вверху слева направо изображен колос пшеницы. Заходящий защит. Слева и справа имеются дубовые ветви. По три листочка и одному желудю на каждой. 20 копеек 1944 года имеют две разновидности. Одна из которых специального чекана и в обращении не встречается. Первая стандартная разновидность. На аверсе монеты к левому лучу звезды подходят 6 плохо гравированных остей. Правый. Самый длинный луч Солнца с утолщением. Верхняя ось крайнего правого внешнего колоса короткая. На реверсе монеты конец светки с ямкой. Средняя цена первой разновидности составляет 250 рублей. Вторая разновидность специального чекана. На аверсе монеты к левому лучу звезды подходят 6 плохо гравированных остей. Правый, Самый длинный луч солнца с утолщением. На реверсе монеты конец ветки без ямки. Средняя цена третьей разновидности составляет 125 тысяч рублей. Напоминаю, что цена монеты зависит от сохранности и она может быть как выше, так и ниже указанных здесь цен. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч.